садик и капу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это Лея. Что она ищет? И здесь нет. На свалке так много разных деталей. Ой! Такой беспорядок! Привет, Лея! Поехали играть. Привет! Не могу! У меня уборка. Давай! Вместе все уберем! А потом поиграем. Машинки начинают уборку. Надо разложить разные детали по местам. Грузик, фонари! Лея хочет, чтобы грузик собирал только фонари. Капу, собирай покрышки. Сюда! Роботы, шестеренки. Везите все за домик. А ты почему командуешь? Я не командую, я организовываю. А сама Лея будет собирать, отвозить шестеренки и выгружать их вот сюда. Капу разбирает большие детали, а грузик складывает лампочки. Роботы снова балуются. Ой, фиолетовый робот нашел гудок. А грузик? Колесо странное. Похоже на велосипедное. Смотрите, какая штука. Машинки нашли много интересных деталей. Что это такое? Давайте соединим все детали и посмотрим, что получится. Отличная идея, Лёва. Вези детали к домику. Установим детали на фиолетовое шасси. Мотор, салон, сиденье, колеса. Два колеса с одной стороны и два с другой. Двери, ветровое стекло, капот, решетка радиатора, крылья, фонари и фары, дверь багажника, задний бампер и передний, руль, гудок и зеркало. Получился старинный автомобиль. На таких автомобилях ездили раньше, давно-давно, 100 лет назад. Ой, Лёва забыл присоединить запасное колесо. В багажник оно не поместится. Запасное колесо нужно прикрепить сбоку. Красота!
роботы готовы ехать. Вперед! Старинный автомобиль едет быстро-быстро, и Лёва едет за ним. Тормозим. Что случилось? Роботу жарко, потому что ярко светит солнце. А где крыша? Зонтик? Нет, это неправильная крыша. Эта крыша не подходит автомобилю. А это подходит? Нет. А это? Не подходит. Вот! Присоединим крышу к машине и откроем. Роботы нашли на свалке старые шляпы. Залезайте в автомобиль. Бип-бип, поехали! Молодцы, машинки! Не зря вы устроили уборку. На сегодня, думаю, хватит. Спасибо! А теперь играть? Догоняйте! Робот решил сложить крышу. Ой! Шляпа улетела. Грузик и Капут, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. На улице очень хорошая погода. Машинки играют в салочки у фонтана. Интересно, кто водит? Ты вода? Робот, убегай! Не догонишь! Капу очень не хочется быть водой. Он решил спрятаться в горе старых сломанных деталей. И, кажется, не только он. Поймала Капу? Никто меня не поймал. Я отдыхаю. Всем очень жарко. Так, я за лимонадом. Пора охладиться. Очень вовремя приехал фургон. Он должен был доставить лед и мороженое. А вот и лед. Ой, как много воды! Роботы точно охладились. Видимо, лед растаял. И не только лед. Еще растаяло мороженое. Кажется, котенку это очень нравится. У меня идея. Давайте переделаем фургон в рефрижератор. Жирафоратор? Рефрижератор, грузовик, холодильник. Грузовик, холодильник. Давайте собирать! Лимонад уже готов! Лёва привез новые детали. Нужны колеса, шасси. Капу такой заботливый. Он хочет напоить котенка. Когда жарко, нужно много пить.
Смотри, на рефрижератор мы уже ставим кабину, дверь с одной стороны и с другой, бампер, фары. Соберем кузов. Внутри него должна быть холодильная камера. Холодильную камеру будет охлаждать газ в оранжевых трубках. Установили! На крыше нужен компрессор. Роботы, можете вытащить старый холодильник из этой горы деталей? Давайте вдвоем. Ой, не получается. Нам помог кран. Компрессор голубого цвета. Подойдет? Отлично! Закроем его панелью с вентилятором. Осталось установить задние двери и направляющие для передних дверей. Готово! В таком фургоне лед не растает. Робот хочет прокатиться. Заводи мотор! Что-то уже и не жарко. А ты догоняй! Когда быстро двигаешься, всегда согреваешься. После того, как машинки доиграют в салочки, им обязательно захочется чего-то холодного. Хорошо, что теперь есть лед. Лед, спасибо. О, не растаял. Кому лимонад? А можно горячего чая? И печенье. Всем приятного аппетита!